Всем привет! У нас сегодня в обзоре кемпинговая горелка от фирмы FireMaple, модель под названием FMS-101. Давайте немножечко поговорим об этой горелке. Модель FMS-101 – это горелка для кемпинга и активного отдыха на природе. Обладает широкой рабочей поверхностью и для перемещения помещается в тканевый чехол, который предотвращает повреждения. Данная модель употребляет газ и мощность составляет 3,1 кВт. Поехали дальше. В данной модели имеются большие раскладные лапки, конфорки, которые могут быть установлены в двух положениях, что позволяет одинаково удобно пользоваться посудой. Получается у нас это второе положение, а вот, собственно говоря, если не раскладывать, то это первое положение. Данная модель обладает встроенным пьезоподжигом, который работает даже при высокой влажности. Нажали, и, собственно говоря, работает наш пьезоподжиг. Рассекатель в форме конуса с тремя рядами отверстий способствует равномерному нагреву. Данная модель снабжена устройством, которое предотвращает потерю газа при смене баллона. И при комнатной температуре литр воды нагревается до кипения примерно за 3,5 минуты. Также не стоит забывать, что здесь есть очень удобный вентиль. Вниз у нас прорезиненный. И само крепление к резьбовому баллону. Ну, а теперь давайте посмотрим, как же эта горелка, собственно, прикручивается и горит. Для начала очень важно, закрываем, берем резьбовой баллон, накручиваем, полностью накрутили, открываем лапки, делаем маленькую подачу газа. И поджигаем с помощью пьезоподжига. Бац! И пошел огонь. И не забывайте, огромный выбор кемпинговых горелок и не только имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.